Южноуральцы рискуют остаться без новогодних подарков. Дело в том, что на таможне зависли десятки тысяч посылок из разных стран. В основном это товары, заказанные с иностранных сайтов. Их не могут доставить получателям из-за нововведений. Часть посылок, пересылаемых такими перевозчиками, как DHL Express, будут выдаваться получателям иностранных интернет-магазинов в соответствии с ИНН, а также скриншотом либо ссылкой на товар, которые они приобретают в иностранном магазине. Проблемы с доставкой возникают у тех, кто оформил заказ после 7 декабря. Им для получения посылки нужно предоставить скриншот заявки с интернет-магазина и ННН-поставщика. Новые правила ввела Федеральная таможенная служба. Таким образом, специалисты хотят выявить тех, кто заказывает товары из Китая, а потом перепродает их в России. По закону, без уплаты пошлины в месяц одного сайта можно покупать продукции не больше, чем на 31 килограмм. Или стоимостью не выше 1000 евро.